мой канал – это средство противостоять тому лютому положению, в которое меня завела женщина, друзья мои. Еще раз говорю, что из этого положения выйти невозможно. И еще раз говорю, что я сижу в таком запаянном стальном кубе, ну или в какой-то емкости, которая не запаяна, она цельная. Да, возникает вопрос, как я туда попал. Попал как-то, видимо, через параллельные измерения, куда я так стремился. Вот и попал. Вот я теперь там сижу, ищу выхода. Ищу. Выхода, которого нету. Его просто нет. Но я его продолжаю искать. И общество все, в конце концов, вздыбится. Все мое окружение вздыбится на меня и скажет, что я просто возмутительный тип. Что мне уже сказано, что выхода нет. Что выхода и в самом деле нет, не только у тебя его нет. Не ищи его там, где его нет. А я все равно продолжу искать. Я продолжу искать, и может быть это и есть та самая вера, я не знаю. Вот в этом стальном кубе, из которого в принципе нет выхода, я все равно буду продолжать его искать. И если кто-то сидит тоже в таком же кубе, я ему скажу, что есть еще одна душа, которая тоже сидит в таком же кубе, из которого по определению нет выхода. И тем не менее этот выход ищет. Спросите, считаю ли я правильным такое? Я не могу сказать точно, считаю я правильным это или нет. А вопрос в том, что у меня просто нет другого выбора.